Всем привет. Ну что, в очередной рейс бегали, благополучно добрались. Сейчас надо сделать запаску на тягач. Потом опять труба отвалилась. Она от этой бочки, сама бочка, короче, и хана. Сейчас ее сниму, подварю. Короче, или подварю, или поменяю. Если она вариться не будет, съезжу, ее другую куплю, поставлю. Будет новая. Так. Потом зеркала поставить. Ну, как бы и все. Ну, в принципе, как бы и все получается. Потом опять прицеп подметаю и лечу на загрузку опять. Получается, не так. Разгрузился. По-быстренькому что-нибудь делаешь, подремонтировался, улетаешь на загрузку опять. Ну, в общем, пока получается, надо ездить. Вот мне подписчик зеркало прислал с Батурлиновки. Привет тебе, спасибо большое. Сейчас, наверное, займусь, зеркала устанавливать буду. Вот это зеркало, оно потресканное. Его ставить не буду. Ну все, трубу сделал. Только она у меня чуть-чуть кривовато получилась. Короче, я все обварил. Ну ладно. Дальнейшие планы у меня какие? Сейчас, короче, колеса бортировать не хочу. Вообще просто вот нету желания колеса бортировать. Сейчас беру их, закидываю в прицеп. Колеса закидываю в прицеп. Еду на шинку. На шинке делаю, бортирую. И на шинке буду снимать заднюю ось на прицепе. Потому что у меня там колодки кончились. Сейчас заглянул и охерел. То, что у меня уже железяки начали по диску царапать. Сейчас заезжаю, беру колодки. Заезжаю на шинку. Обуваю Фреда. Ну и запаску на Фреда. И снимаю колеса. Меняю колодки. Ставлю колеса. В общем, такой план действий. Решил, я все-таки съездю, сам колодки куплю, сам поменяю спокойно. Потому что что-то прикинул по шиномонтажу. Колодки, шиномонтаж. Что-то набегает нормально. Все, съездил за колодками. Ну, какую-то китайскую фирму взял. 3300 стоит. Пистолет взял. Колеса качать, а то моему хана у меня есть, но он пропускает, шипит, этот не держит. Что-то я, чем все отдельно покупать. Он 600 рублей новый купил. Так, ну не знаю, что походят, не походят, конечно. Не знаю. Ну, ладно, что, ставим. Ну что, по поводу руля одну просьбу сделал. То есть, все. Люфт убрал. Ну вот он, люфт. Я думаю, сколько тут градусов-то. Ну, раза в три, короче, меньше, чем был. А то и больше. Так, переставь руль. Сейчас буду пробовать. Ну, нет. Сейчас я не буду руль переставлять. Сейчас я пойду, у меня дел еще других до хрена, короче, не до руля. Ну, руль переставлю тоже, обязательно руль переставлю. Все, колеса сделал, запаску собрал. Ну, запаска у меня, короче, в ящик не залазит. Пихал ее, короче, никак. Ну, ладно. Снял сейчас заднее колесо. Сейчас буду колодки с этой стороны менять и колодки с той стороны менять. Вот у нас уже темнеет. А надо ехать грузиться, я все еще тут. Так, все разобрал, снял. Ну, видите, как ездить надо. Аж еще чуть-чуть ее выплюнуло бы. Диск тоже чуть-чуть коцнул. Ну ладно. Диски менять потом, в ближайшем будущем тоже.
Ну что, ставим новенькие колодочки. Вот я их уже собрал. Сейчас втыкаю. Суппорт свелся, вроде все нормально. Ну, пыльники тоже полопанные. Но я, блин, пыльники не взял. Ну, сейчас до зимы, потом посмотрю, как эти колодки ходить будут. Так, на этой стороне тоже все поменял. Сейчас чехол снял, чехол. Свет, качество вообще никакое. Все, короче, в таком же состоянии колодки. Сейчас перейду. Даже мысли. Все, колесо прикручиваю, инструмент собираю, надо выдвигаться. А то время уже... Просто капец, время уже. О! Получается, люфты убрал, все. Так, что было с люфтами? С люфтами была сошка, рулевая сошка. На гуре, в общем, сошка, она разбитая вся была, ее не обжимала. Вот поменял сошку и все. И все стало хорошо. Так, ну все, я зарегистрировался. Оставил машину на стоянке. Сам иду домой. Иду делать для вас видюхи. Когда вызовут, позвонят, я не знаю. Ну, что-то мое предчувствие, то, что не скоро. Здесь можно и сутки, и двое суток простоять на этом прогрессе. Так что, такое вот видео коротенькое опять. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.